Ирина Пегова напомнила поклонникам звезду «Иронию судьбы», автор 26.01.2021. 42-летняя Ирина Пегова довольно часто делится с поклонниками своими снимками, видео и недавно вновь стала героиней чувственной фотосессии. Знаменитость позировала в оригинальных локациях, примерив на себя романтический образ, который ей невероятно к лицу. Апостроф закрывающая круглая скобка точка с запятой закрывающая фигурная скобка. К слову, звезду телевизионного шоу «Ледниковый период» нередко называют олицетворением женской красоты. В очередной раз Ирина порадовала фанатов интересным аутфитом, остановив выбор на образе в стиле винтаж. Актриса облачилась в длинное платье кофейного оттенка. Пегова остановила выбор на модели с приталенным лифом и тонким ремешком, подчеркивающим ее талию. Также звезда акушерки не забыла и об изящной обуви, благодаря которой ее образ стал игривее. Ирина предстала перед поклонниками с ярким и выразительным макияжем, сделав акцент на помаде алого оттенка. В тон помады были накрашены ее ногти. Впрочем, особого внимания поклонников заслужила укладка актрисы, ее белокурые волосы были уложены в эффектные голливудские завитки. Фотосессия Ирины получилась очень нежной и уютной, она удобно расположилась в большом кресле с чашкой горячего напитка в руках. Подписчики победительницы 9-го сезона «Танцев со звездами» пришли в восторг от ее новых снимков. Примечательно, что многим из них Ирина напоминала главную героиню картины «Ирония судьбы». «Вы просто прелесть, потрясающая фигура, роскошная женщина, вы – олицетворение гармонии, красотка», пишут фанаты Ирине.